Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотел на своей Honda Civic почистить фары снутри. То есть с помощью магнита, вот такого вот неодимого магнитика маленького. Вот. Сейчас я заверну его вот такую вот салфеточку и буду пшикать на него стеклоочистителем. И вот такая вот половинка у меня есть от этого. Чистка стекол аквариума тоже магнитная. А ей снаружи будут прикладывать и чистить. Вот что-то прохладно сегодня. Ну, попробуем, может быть, получится что-нибудь. Вот так вот выглядит моя грязненькая фара. Вот снутри вся вот в испарине. Все равно в фаре есть вентиляция, попадает влага. Влага испаряется и оседает следами на внутренней стороне стекла. Вот, снять фару — это что-то с чем-то на нем. Поэтому будем пробовать вот через то отверстие дальнего света вставлять магнитик и вычищать все это дело. Берем салфеточку, складываем ее в 4 слоя. Вот. Кладем сюда магнитик. Заворачиваем. Вот так. Вот. Берем проволочку. Пока проволочку подобрал, терпение лопнуло. Оборачиваем пару раз. Заводим этот хвостик. Так, и затягиваем. Затянули. Все лишнее убрали. Поджали, чтобы не поцарапать. А вот эту хрень сейчас ножницами отрежем лишнее. Где-то вот так вот. Вот у нас получилась вот такая штука. Держится вроде крепко. Так. Берем омываечку и пшикаем прямо на нее. Оп-оп-оп. И идем засовывать стеклышко в фару внутрь. Будем пробовать. Погнали. Вот таким макаром наяриваем фару. Долго, нудно, блядь, до красоты и блеска. Вон. Так, вон магнитик на проволочке. Красота неописуемая будет. Так, ну а вон он, сам магнитик. Вот за стеклышком. Оп. Здесь мы оп, опять подняли и опять погнали наяривать. Во. На какое-то время хватит. Так. Так, ну вот что получилось, как оттереть фару. Конечно, она не новая уже, но чистенькая стеклышко. Так, вот такие дела. Подсмотрено, как говорится, в Ютубе. О.